Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Анна, проект Фаберлик Онлайн, и сегодня мы с вами обсудим первую часть новинок от компании Фаберлик 15-го каталога 2024 года, который будет действовать с 07.10 по 27.10. Итак, первым делом, конечно же, все, что я люблю открывать, это слушать новые ароматы. Значит, у нас с вами Мурмур Нуар. Нуар, вот тут написано Нуар, но произносится Нуар все-таки, ну, можно и сказать Нуар. Вот смотрите, у нас с вами есть обычная мурмурка, да, парфюмерная водичка. И мне она, конечно, показалась сильно уже очень сладкой, потому что там ириски, белый шоколад, кокос и все это сливочное такое. Да, для меня было прям нежный сливочный гурманский аромат. Тут же идет гурманский аромат с нотами апельсина и манго. И он мне показался не такой сильно бьющий в нос, как вот тот мурмур, да, предыдущий. Этот как-то вот, не знаю, может быть реально понежнее. Тоже тут такая вот пуховочка в составе, довольно таки симпатичная, очень мне понравилось, да, видите, такая хорошенькая, да, такое вот оформление флакончика, матовый, сверху посветлее, снизу потемнее, так вот он открывается, то есть крышечка такая вот, да, ну и, конечно же, наносим этот ароматик. Распыление довольно-таки нежное, если делать это издалека, а не как я впритык, и закрываем, видим, что вот таким образом оно все происходит. Так, вот. Вот так вот красота. Довольно-таки симпатично смотрится. Если хочется, это можно отстегнуть, как мы с вами все это дело видим. Ну и, конечно, такая вот коробочка. Очень тоже симпатичная, привлекательная. Да, тоже с золотыми нотами, вставочками. Значит, аромат у нас с вами идет 50 миллилитров, артикул 3068. Ну, что могу сказать? Мои личные ощущения, конечно, она для меня сладковата, но уже довольно-таки более легкая. Значит, гурманский аромат с нотами апельсина и манго. Альфакторная пирамида, тут идут верхние ноты. Апельсиновые цукаты, лакрица и сирень. Ноты сердца манго, иланг-иланг, гордения. И шлейф идет тирамису, ваниль и горький шоколад. Вот действительно, этот аромат слегка-слегка менее такой тяжеловатый, чем вот этот. Мурмур, который идет с артикулом 3086, это, конечно, очень нашумевший аромат, который просто покорил кучу сердец, и его очень сильно в чатах рекомендуют, но для меня он слишком сладкий, я его переносить не могу. А вот этот вот, он тоже сильно, очень сильно сладкий, в нем нет ни капли свежинки, он мне не кажется каким-то там, знаете, тяжелым, хотя кажется резким, но не кажется тяжелым таким, но он реально очень приятный. Ну и описание у него, конечно, очень такое интересное. Перед тобой невозможно устоять, словно перед манящими дольками апельсина в горьком шоколаде. Пушистая, блестящая шерстка скрывает нежное сердце из иланг-иланга, гордыни. А за сладким шлейфом и тирамису, и ванили хочется следовать бесконечно, лишь бы побыть с тобой рядом. В общем, 3068 зашел мне больше, но все равно слишком сладкий. Это, конечно, да. Он не легкий аромат, не тяжелый, но не могу сказать, что он легкий. Такая золотая середина. Вроде бы как перебора в сладости для меня все-таки есть немножко. Да, перебор такой вот, что я совсем не особо такой вот люблю. И я знаю, что у меня старшая дочка этот аромат уже полюбит. Потому что вот этот мурмур, я не понимаю как, но он ей очень-очень нравится. Она им пользуется с превеликим-превеликим удовольствием. Поэтому вот такая красота. Это, конечно, новейшая новинка. Очень напоминает предыдущий мурмур, но довольно-таки сносно, да, сносно, на мой взгляд. Даже самой мне вот хочется им попользоваться. Но я знаю, что он мне быстро надоест, потому что такие резкие сладкие ароматы, это, конечно, не совсем мое. Хотя тут есть нежнинка такая. Вот знаете, у нас есть аромат Фейрик Эссенсуэль. Он очень ходовой, пудровый. Вот он как-то полегче, попроще, и я часто им могу воспользоваться, когда у меня вот такое вот легкое, приятное, сладкое настроение. Хотя в нем тоже нет ни свежинки, ничего. Этот потяжелей, чем Фейрик Эссенсуэль, но полегче, чем Мурмур классический, да, то есть Мурмур Нуар или Нуар, кто как будет называть. Вот такая красота.
Ну и дальше пойдем с вами по порядочку. Парфюмерка действительно порадовала. Конечно, у нас с вами где-то ребрендинг, где-то новая улучшенная формула. Сейчас будем с вами все изучать потихонечку, помаленечку. А советую вам умножить на 2, потому что я очень люблю подробные обзоры. Кто-то меня ругает, что слишком долго, но на самом деле, если не делать подробный обзор, зачем обзор вообще нужен? Я так думаю. А вы как думаете? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Итак, первое, что у нас с вами есть, это новинки, которые не подписаны, что улучшенная формула, да, тут подписано, что это кислородная формула. И я так понимаю, что восстанавливающий активный спрей, угу, вот у меня эта красота, что он идет как обычный спрей, такой же, как и был. Давайте с вами прямо его попробуем. Ну да, такой же, можно сказать, как и был. Вот видите, запах абсолютно такой же. Ощущение на лице, вот я сейчас на себя наношу, абсолютно такое же, да, такое освежающее и довольно-таки приятная вот эта вот свежинка, холодинка, как ее назвать. Тут идет инновация, как комбинация комплекса Аквафтем и трипептида меди. Вот про трипептид меди я, к сожалению, не слышала ни разу. Может быть, я что-то не то понимаю, но тут как бы не указано про трипептид меди ничего, да. Артикул 3671, он идет как восстанавливающий спрей, и он насыщает кожу молекулярным кислородом, поддерживает синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и хондроитина, стимулирует обновление клеток кожи, выравнивает микрорельеф и улучшает цвет лица, обеспечивает интенсивное увлажнение. В принципе, то же самое было в предыдущем, поэтому мне кажется, что это ребрендинг. Но тут вот тоже, видите, указана новинка. Дальше листаем, вот уже идет улучшенные формулы. Чем-то улучшили, да, будем с вами сейчас узнавать, чем. А вот это идет, я так понимаю, просто переупаковка. Но я могу нечаянно ошибиться. То есть он, этот спрей, делает просто, вот, понимаете, такое вот классное мгновенное увлажнение, повышает тонус, освежает и устраняет следы усталости. Я только что прилетела из Сочи, буквально сегодня я с самолета, там 26-27, и я могу вам сказать, что он действительно работает. Мы с Антоном два таких вот спрея за 14 дней хоть бы что израсходовали. Потому что идешь, гуляешь, тебе жарко. И знаете, что мне еще понравилось? Обалденно просто. Когда ты берешь с собой салфетки, протираешь, да, вот, когда, знаете, после моря стягивает лицо, да, вот соленое, и ты чувствуешь, что стягивает. Мне вот очень сильно после моря стягивает, хотя черные не сильно соленые, но умеренно. И, конечно же, я с превеликим удовольствием брала его с собой на пляж и просто вот спреем проходилась по лицу и потом вот вытирала салфеточкой, да, вот тогда спрей смывался замечательно. И, ну, конечно же, и солнцезащитка страдала, но мы же вечером уходили, когда солнце уже заходило, поэтому, в принципе, нанести снова не проблема, но мы, если честно, ленились, не наносили уже вечером. И, конечно, мне очень понравился вот этот вот эффект, что его можно с собой взять, да, и вот эту вот всю эту соль, которая стягивала лицо, да, вот шел, да, кукожила, первый день мы не взяли с собой, это, конечно, так себе удовольствие. А этот спрей мне очень помог. А что еще можно? Его можно распылять на лицо, на тело, в любой момент дня, его можно распылять на макияж. Я аж понятно, что издалека, чтобы прям не сильное, да, то есть если мы с вами сильно сделаем, то, конечно, получится вот это, да, а если мы с вами нанесем издалека, аккуратненько, да, то получится легкий увлажняющий эффект и, конечно же, макияж не потечет, как вот в этом случае, поняли, да, вот, и, конечно же, его можно использовать в качестве самостоятельного средства перед нанесением крема для усиления его действия или можно наносить поверх макияжа. Также его очень часто замораживают летом и протирает кубиками льда лицо. Но сколько бы я ни смотрела косметологов, вот этот совет я не знаю. Я просто знаю, что так делаю, но мне кажется, что это вредновато для лица. Как думаете вы? Он идет также 100 мл, артикул 3671. И вот трипептид меди. Не знаю, был ли в предыдущем, потому что предыдущие у меня закончились. Может быть, посмотреть на сайте, да. Ну вот, как бы я не увидела, написано «больше воздуха» в новинке, «больше воздуха». Я так понимаю, что все равно было улучшение продукта, потому что тут написано уникальные формулы с рекордным содержанием кислородного комплекса и супермолекулы трипептида меди. Вот я все-таки нашла предыдущий, да, это у нас артикул 0256. Так, о продукте. Тут идет 4D Target на основе кислородных дронов. Угу. Ни про какой трипептид, аргинин, антиоксидант тумерин, защищает клетки от окислительного стресса, минеральный комплекс, пантенол. А вот трипептиды меди тут я не вижу, чтобы было указано в описании.
давайте с вами прям вместе посмотрим. Я думаю, вот так будет видно. Поставьте на паузу, почитайте. И еще, конечно, если посмотреть состав у него. Ой. Так, да, вот такой вот составчик идет. Вот. И я тут не вижу. Вот вижу тумерин, аргинин, да, пантенол. Вот это все вижу. А трипептида меди я не вижу. Вот, скорее всего, все-таки... Боюсь соврать, но ощущение такое, что он действительно обновленный идет, а просто в каталоге может быть ошибка, что не подписано, что улучшенная формула, потому что все мы с вами знаем, что такой был. И добавился вот этот трипептид меди, если я не ошибаюсь. Ну, хотелось, конечно, поподробнее об этом, потому что, ну, как сказать, новинка. И я начала читать, и мне кажется, что да, обновление произошло. Далее у нас с вами идет многофункциональный вот такой вот кислородный бальзам. Тут у нас с вами идет 21% Аквафтем. Это наш углерод с вами, да, как раз таки. И он, в принципе, идет как соцсредство в любой ситуации. Мы с вами уже это дело помним, да. И получается, из-за того, что тут 21% вот этого кислородного комплекса, он и считается соцсредством в любой ситуации. Потому что он усиливает эффективность кремов, сывороток, ускоряет заживление ожогов, укусов насекомых, других повреждений кожи. Он снимает зуд после укусов, да, и усиливает защитный барьер вообще функции любой кожи, в принципе. Он подходит для всех типов кожи, неважно какой возраст, во-первых, да, и какой тип кожи. Он прям для всех типов кожи. Ну что ж, давайте его оценим. Консистенция и все осталось этим же самым, только он стал какой-то более такой, знаете, плотный слегка. Он немножечко другой, он такой более плотный стал. Вот это прям точно. Запах остался таким же, прям факт. Угу, запах такой же. Значит, что он делает? Еще глубоко увлажняет кожу, дарит ощущение комфорта, запускает естественные процессы обновления, успокаивает, возвращает жизни тусклую сухую кожу. Вот я вам что хочу сказать еще, что он еще и прыщики подлечивает очень хорошо. Прям отличнейшие. Ну, прыщики — это самое главное, что у нас с вами. Нужно смотреть внутрь организма. Потому что это прыщики — это просьба организма: вылечите там мой кишечник, помогите моей печени, да, то есть спасите мои почки, что-нибудь, да, какая-то помощь. Организм просит помощи. И, конечно, прыщики нужно лечить изнутри. Можно БАДами, можно к дерматологу сходить, да, нормальный дерматолог всегда. Вот мы пришли в салон красоты с дочкой, когда у нее ее прям очень сильно осыпало. И мы хотели сделать озоновую терапию лица, да, это такие мелкие надколы, и как бы прыщики проходят. И она сказала: первым делом вам надо не это, мы это вам сделаем, не вопрос, но они же снова вылезут через неделю. Они снова вылезут, если вы не сдадите анализы и не посмотрите, что у вас там к чему и откуда они у вас пришли. Да, вот такая вот информация мне была дана. Ну, я думаю, что это все уже давным-давно знают. Поэтому этим кремом я обычно пользуюсь каким образом? Если я делаю какую-то маску для лица, и я знаю, что там нет вот этого вот Новафтема, к которому я привыкла, да, кислородного комплекса, проще говоря, то обязательно я делаю каким образом? Я капельку наношу, капаю сюда, и капаю обычный крем, перемешиваю и вот таким образом наношу. И крем тогда усиливается. Например, я проделываю это с золотой серией. Очень хорошо и шикарно. Так как он глубоко проникает, это идет соцсредство любой ситуации, я его могу, допустим, беру малофтелин, беру кислородный бальзам, беру Signum One, я уже это рассказывала, да, все это перемешиваю и, допустим, на лицо. Если болит коленка, на коленку. Если болит спина, на спину. Но на спину я, конечно, не кислородный бальзам наношу. Он все равно поможет, да, но лучше поможет все-таки с пчелиным ядом. Там, конечно, шикарно. В общем, такая вот красота обновленная. Следующая страница у нас с вами идет больше свежести, больше влаги. Следующая страница у нас с вами идет как увлажнение. И идет плюс... вот это трипептид меди, если я не ошибаюсь, да. То есть это все обогащено. И смотрите, какой тут опросничек есть. Я живу в мегаполисе и редко бываю на природе, да. Я работаю в офисе и гуляю меньше 1 часа в день, да. Мне не хватает времени на регулярные занятия спортом, да. Я часто испытываю стресс и не высыпаюсь. Ну, я очень хорошо высыпаюсь, но я ложусь примерно в 1 час ночи и просыпаюсь примерно в 9-10 утра. И у меня сбит график, циркадные ритмы там у меня плачут, поэтому да. И кожа стала тусклой и потеряла тонус. Конечно, я кофеманка еще та. И если вы ответили да более чем на 2 вопроса, то вам нужна эта линейка. Понятно.
Хорошо, значит, вот такая вот линейка из четырех составляющих идет. Кислородная пенка для умывания, кислородный увлажняющий крем для лица, просто кислородный увлажняющий крем для лица, и просто питательный крем для лица, и просто кислородный крем для век. Я помню, что вот эти два крема, знак-то какой, да, извиняюсь, да, вот эти вот два крема, они у нас с вами были в баночках, но сейчас они у нас с вами будут в тюбиках. Вот это вот еще есть изменения, ну и, если я правильно понимаю, вот этот вот трипептик меди. Ну что ж, давайте оценим с вами консистенцию. Все ли у нас с вами так осталось, или все-таки что-то изменилось, поменялось, да, в консистенции. Значит, увлажнение. Я помню, я как раз ими недавно пользовалась, и они у меня очень быстро закончились. Значит, увлажнение. Ой, какой белый стал. Он, по-моему, был желтеньким, да, если я не ошибаюсь. 35-33. Что он делает? Он обеспечивает коже интенсивное питание, повышает ее эластичность. Ну, слушайте, по консистенции, мне кажется, он такой же классный, шелковистый, очень приятный. Устраняет ощущение сухости и борется с шелушениями. Не забывайте, что это для всех типов кожи сделано. И если ваша кожа жирная, то это не значит, что ей не нужно увлажнение. Огромная ошибка думать, что увлажнение не нужно. Ну что ж, хорошо. Значит, следующий у нас идет кислородный питательный крем для лица с артикулом 35-32. Тоже идет 50 мл. Он быстро и пролонгированно увлажняет кожу, разглаживает морщины и препятствует образованию новых. Ну, отлично. Конечно же, улучшает цвет лица, потому что это кислородный крем. Дарит длительное ощущение комфорта. Ой, он более такой легкий, приятный. Чувствуется, где питание, где увлажнение. Если питание было такое посерьезнее, то увлажнение такое полегче немножечко. Очень приятное ощущение. Тоже ощущение какого-то шелка, но уже такого легкого, приятного. Ну, чувствуется, что увлажнение тут есть, конечно, его много. Угу, питательный. Дальше, что мы с вами возьмем? Это мы с вами возьмем вот такую вот красоту, легендарный кислород, который уменьшает темные круги и отеки, разглаживает, так, тут видите, как все запаковано, заклеено, разглаживает сетку мелких морщин вокруг глаз, обеспечивает лифтинг-эффект, укрепляет нежную кожу век. Так, давайте с вами его посмотрим. Да, то есть он на такой крышечке. Артикул 35-30. Да, ускоряет естественные процессы обновления и восстановления он еще. И идет 15 мл. Ну, слушайте, такой же склизенький, приятненький. Тут я разницы не вижу или не помню. Что-то когда будете заказывать, вдруг закажете, обязательно вспомните обо мне и напишите свой комментарий, когда будете его пробовать. Но, на мой взгляд, он остался таким же приятным, легким и хорошеньким. Так, далее. Это... легендарный кислород, кислородная пенка для умывания. Ну, давайте попробуем. Нужно ли ее, интересно, взбалтывать, да? Ну, она бережно и эффективно устраняет загрязнения, не вызывает ощущения стянутости и сухости. Но запах тоже такой приятный, можно сказать, практически никакой. Не вызывает ощущения стянутости и сухости. Я ей сегодня умылась, так как уже приехала. Мне интересно было, как она работает. Но у меня чуть-чуть сухость вызвала, конечно, но я после солнца. Я 14 дней была на солнце, практически каждый день купалась. У нас интенсив был для особенных деток. С Викусей там занимались по 6 занятий в день, плюс дельфинотерапия была. Да? 5 занятий плюс дельфинотерапия 6, вот так, если точнее выразиться. И, конечно же, после 3-4, когда мы освобождались, и мы сразу же, конечно же, бегом на море. И была такая ситуация, что мы все пересохли за 3-4 дня, а так как это было 14 дней, конечно, я увлажнялась кремами, я мазала тело. И вы знаете, чем я тело мазала? Зимой, кремом зима. Да, но все равно, скорее всего, пересушила кожу, потому что солнце, соль. Да, выходишь, сидишь там на берегу. Я себе купила специально такую надувную подушечку и сидела там на бережку. Вот, значит, кислородная пенка для умывания. Она идет 175 мл и с артикулом 35-31. На мой взгляд, такая же, какая была, только добавился вот этот вот, да, трипептид меди, и все. Ну что ж, отлично, хорошо. Ну и давайте перевернем следующую страничку. И тут у нас с вами идут улучшенные формулы, которые идут в составе улучшенной формулы. И в составе всех средств Axiology
Тут у нас с вами идет комплекс Аквафтем, который способствует улучшению кожного дыхания за счет качественного насыщения клеток кислородом, доставляет активные компоненты в глубокие слои кожи. И, конечно же, ферментированный комплекс витаминов группы В. Скорее всего, вот это и есть улучшенные формулы. Тут есть В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12. Они стимулируют регенерацию кожи, наполняют ее энергией, обеспечивают антиоксидантный эффект. Тоже как бы не слабый, да, антиоксидантный эффект. И вот такая у нас с вами розовая линеечка, которая идет как выравнивает тон кожи, визуально сглаживает неровности и морщинки и придает лицу отдохнувший вид. То есть получается, тут идут светоотражающие частицы природного происхождения, которые усиливают естественное сияние кожи. В составе идет неоцинамид, который осветляет, устраняет неровности кожи, запускает синтез структуры белков и церамидов. И триголоза, который идет как природный биопротектор, который предотвращает потерю влаги. То есть в наш Oxyology весь, как вот тут указано, добавлены витамины группы В. Угу. Вот такая красота. Это тоже идут кремы все возрастные, но тут они делятся на тип кожи. Тут, значит, он идет со светоотражающими частицами природного происхождения. Тут идет крем для кожи вокруг глаз. Вот такие вот они розовенькие, хорошенькие. Да. Ага, красота. Значит, BB-крем, дневной крем. А вот, кстати, а ночной-то где? А ночного пока нету, да? Ну, понятно, ночной может быть любым другим. И крем для век. Ну что ж, мне очень интересно, что тут есть такое. Крем для кожи вокруг глаз. Ух ты, какой розовенький, да? Прям розовенький-розовенький. Он идет 15 мл, действует подобно невидимому корректору, который уменьшает видимость темных кругов и мелких морщин вокруг глаз и устраняет следы усталости. Да, тут действительно идет какой-то блеск. Смотрите, он переливается. Это заметно очень сильно даже на камеру. Сейчас я вам покажу. Да, видите, есть чуть-чуть, да, какой-то вот отлив, что он вот это все делает. А вот если потолще нанести, давайте-ка с вами проэкспериментируем. Да, он какой-то, видите, жемчужный. Если мы с вами его толстенько сейчас вотрем, посмотрим, да, вот этот блеск, он присутствует. Отсвечивает как бы, да, получается, его видно. Но я вот вижу очень. Вживую он вообще как бы такой. Но когда вы его втираете, вы блестеть не будете, но морщинки у вас действительно будут очень хорошо заполнены вот этими вот светоотражающими частицами природного происхождения, которые усиливают сияние кожи, и все. Ну, в принципе, великолепно, да? Очень такой интересный тут финиш, конечно, получился. Я как бы, ну, можно сказать, в восторге. Следующее, это у нас с вами идет дневной крем для лица 50 мл. Так, я его нанесу уже сюда. Ух ты, тоже смотрите, какой розовенький. Интересно. Ну и тут то же самое. Я прямо вижу вот этот вот отлив. Очень интересный. То есть ночной крем у нас с вами подойдет любой. А тут вот этот вот тоже светоотражающий отливчик есть. Ох, как-то бы сделать так, чтобы вам видно было этот отливчик. Угу. Вот. Видно, да, его вам, я думаю. Поэтому, конечно, если потолще нанести, то вот он гуляет. И такой он, да, голографический слегка, еле-еле уловимый. Можно так его даже обозвать немножечко. Но это до такой степени легонько, что вот, знаете, есть у нас кремы с SPF, да, и там есть такой легкий характерный блеск, да, они поблескивают. Нет, это не такой, это другой блеск. Он просто делает действительно кожу ровнее, и все, и точка. Вот, запах. Очень приятный запах какой-то вот свежести. Классной такой, легкой, хорошей свежести. Ну и многофункциональный BB-крем для лица. Угу. Конечно, оттеночек тут у нас с вами идет. Я уберу кремчик, повтираю. Конечно, он у нас с вами идет оттеночек очень такой неплохой. Он идет без желтинки, он идет с розовинкой. То есть он сразу же, я чувствую, что он ухаживающий. Во-первых, он подстраивается под тон кожи, выравнивает его, содержит увлажняющие, обновляющие компоненты для дополнительного ухода за кожей. SPF, я так понимаю, у него нету. Ну и, как я вижу, руки не отличаются, значит, он действительно подстраивается. Ну, будем пользоваться. Я помню, что предыдущий Oxyology был для меня желтый.
Он был до такой степени желтый, что я ничего не могла сделать, как только избавиться от него. В пустых баночках, да, я вам про него рассказывала. Этот замечательный, на мой взгляд, великолепно. Вы наносите этот цвет, да, светоотражающие кремчики, и потом поверх вот эту красоту, да, а ночной крем какой-то может быть другой. Ну и, конечно, пудру. Кстати, если вдруг, да, вы сделаете ошибку и вам что-то не понравится, то поверх вот этого вот кислородного сияния, многофункционального BB-крема для лица, потому что сияние до такой степени еле уловимое, да, его практически нету, можно, знаете, что сделать? Просто нанести матовую пудру, сделать матовый финиш и все. Даже если вдруг вы рискнули заказать, но вам что-то не понравилось или не подошло. Но навряд ли вам не понравится, он еле-еле будет отличаться от обычного крема. Потому что тут очень деликатное вот это вот сияние, очень деликатные светоотражающие частицы. Лицо просто свежее немножечко и все. Просто немножечко посвежее стало. Но, на мой взгляд, очень даже неплохой вариант для тех, кто действительно там не выспался с утра, там какой-то не такой, там, да, девочки часто говорят, ой, я с утра так выгляжу, ой, ужас, ужас. Ну, вот вам крем, чтобы, да, чтобы было легко и просто. И цены, конечно, радуют, копейки. Очень даже недорого, поэтому я думаю, что стоит попробовать. Ну что ж, остальные видео я обязательно вам... А, кстати, перекрываемость у него... Вот у этого вот многофункционального BB-крема для лица, как я поняла, ну, такая вот, да, то есть на единичку, если брать по 5-балловой шкале, он просто очень хорошо выравнивает. Тут нужен будет консилер, чтобы замазывать отдельные недостатки. То есть это тоже факт. То есть, ну, может быть, на двоечку, да, но я вот так посмотрела, ну, прям даже не знаю. Выравнивает он очень хорошо, но недостатки я не вижу, чтобы он перекрывал. И вот, видите, тут есть и светоотражающие частицы, и вот эта вот триголоза, как биопротектор идет, и неоцинамид, и, конечно же, кислородное сияние. Многофункциональный BB-крем, который подстраивается. Ну что ж, буду пробовать, буду делать макияж скоро, и, конечно же, с превеликим удовольствием вам покажу. Я вообще что-то перестала макияжи снимать. Раньше часто снимала. А сейчас думаю, я каждый день крашусь. Куда столько макияжей? Ну, куда столько макияжей снимать? Думаю, я надоем с макияжами. Все-таки я обзоры снимаю по любви, да, а в бизнесе я уже серьезно работаю. Можно так выразиться. Поэтому, конечно, да. 30 мл, кстати, объем. Артикул 36-96, девочки. Ну что ж, кому как. Кому как, я как-то вот с превеликим удовольствием все это на себя буду наносить. И еще буду испытывать на практике. Но новинок слишком много выходит. И я не знаю, когда он попадет ко мне в пустышки, конечно же. У меня сейчас 3 открытых тональных крема. 3, ребята. Поэтому пока я их не израсходую, я, конечно, на это не перейду. Вот. Но когда буду делать макияж так, как он уже открытый, я все равно его буду наносить и смотреть. Вот, ну, перекрываемость у него, конечно, не очень. Тут он идет только с консилером. То есть он тон выравнивает, но не перекрывает. Я так поняла. Ну, спасибо компании за то, что она не только новинки выпускает, да, но еще и делает для нас такую красоту в виде вот такого вот кислородного преображения, в виде вот улучшенных формул. Мне вот это очень нравится. Я люблю, когда не только новое выпускают, но и совершенствуют нашу, можно так сказать, основную линейку, которая действительно очень многим женщинам помогает выглядеть отличнейше. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.